2030 – это ТВ ПМР и КЭП. Добрый вечер, начинаем. На Рыбницком хлебокомбинате не рассчитываются с сотрудниками. Об этом говорили сегодня на совещании у президента. Зарплаты не выплатили 70 работникам. Вадим Красносельский отметил, закрыть долги – первоочередная задача руководства предприятия и дал ряд поручений. Обсудили развитие системы «Безопасный город». Президент говорит, там, где есть камеры, преступлений меньше. Это дисциплинирует людей. Например, на дорогах стало вдвое меньше нарушений. Сейчас акцент должен быть на новых зонах отдыха – скверы, парки, площадки. Там нужно устанавливать камеры, чтобы бороться с вандалами.